Прокуратура Югры нашла виновных в массовом отравлении детей в поселке Локосово Сургутского района. В апреле за медицинской помощью в связи с острой кишечной инфекцией обратились 78 человек. Воспитанники детского сада, школьники, а также сотрудники образовательных организаций. 19 детей были госпитализированы. В ходе проверки прокуратуры выяснилось, что носителями вируса были сотрудники детского сада. Основными причинами заражения стали нарушения санитарно-эпидемиологических правил, в том числе при организации питания, а также несоблюдение технологии приготовления блюд. 5 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, сотрудники Федоровской городской больницы не сразу сообщили в уполномоченные органы о заболевании детей, что стало одной из причин распространения инфекции. 2 сотрудника больницы привлечены к дисциплинарной ответственности.